В МВД России по Рязанской области состоялась пресс-конференция, посвященная работе рязанских полицейских по обеспечению общественного порядка и безопасности в период летнего курортного сезона 2015 года. С докладами выступили руководитель службы по делам несовершеннолетних МВД России по Рязанской области Андрей Бармин и старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения регионального ГИБДД Владимир Кузин. К сожалению, федерального стандарта обучения правилам дорожного движения в школах других образовательных организациях нету, поэтому вся нагрузка по обучению детей безопасному поведению на дорогах ложится на сотрудников госавтоинспекции. Конечно же, мы работаем в тесном контакте с Министерством образования Рязанской области. Наши сотрудники ходят в школы, проводят беседы с детьми, на родительские собрания, круглый год проводят конкурсы. Однако, конечно же, нам необходима помощь родителей. Без нее мы не справимся. Наряды ППСП максимально приближены к местам отдыха подростков, что позволит обеспечить контроль и охрану общественного порядка в каждом лагере, которых на время оздоровительной кампании 2015 года на территории Рязанской области запланировано 352. Для поддержания правопорядка в районах расположения оздоровительных лагерей будут действовать мобильные полицейские группы, автопатрули и другие наряды. В целях организации надлежащей работы в зоне летних оздоровительных лагерей участковыми, уполномоченными полицией, инспекторами по делам несовершеннолетних уже проводятся целенаправленные мероприятия по пресечению продажи спиртных напитков несовершеннолетним. Для обеспечения безопасности перевозки детей к месту отдыха и обратно проводятся обследования состояния дорог, мостов, железнодорожных переездов на путях движения общественного транспорта в зоны отдыха и места массового пребывания граждан. Принимаются меры к устранению выявленных недостатков. Для перевозки детей к местам отдыха и обратно будет организовано бесплатное сопровождение автобусов экипажами ДПС ГИБДД. С водителями планируется проведение бесед по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. В период летнего отдыха детей также будет реализована акция «Внимание, дети», в ходе которой профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей уделяется самое пристальное внимание.